Здравствуйте! Сегодня удачно и насыщено событиями первая половина дня. А вот во второй половине могут возникать сложности и препятствия. Поэтому важные дела лучше планировать до обеда. Если проявлять себя, то лучше тоже утром. Хороша эта среда для рекламы. Можно прям вплотную заняться этим вопросом. А вот что касается юридических дел, давайте не сегодня. И вообще не на этой неделе. На следующей будет время для их решения. Удачной среды вам и до встречи завтра! Готовьтесь, четверг поможет вам проявить себя.